В сети появилось видео чудовищного ДТП, произошедшего в Ульяновске. Там КамАЗ на полном ходу влетел в автомобиль Kia Rio и протащил его до остановившегося впереди большегруза, после чего еще и наехал на машину. В итоге транспортное средство смяло между двумя грузовиками. Внутри находилась семья из Тольятти, мужчина, женщина и их двухлетняя дочь. Все трое погибли. По предварительным данным, водитель КамАЗа был пьян. Он нарушил правила дорожного движения и не выбрал боковую дистанцию с легковым автомобилем. Как сказал в РИО губернатора Алексей Русских, водитель КамАЗа является работником муниципальной организации «Даремстрой». По его словам, этот человек должен понести самое суровое наказание. Между тем, директор «Даремстроя» Владимир Чумуркин уже уволился со своего поста. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Дело было передано для расследования в Следственное управление по региону. Предполагаемый виновник ДТП уже задержан и помещен в изолятор временного содержания.